Выйти. Достаточно, все произошло. Ждите, идет анализ. Сколько показал? 1,33. 1,33 миллиграмм на литр. Допустимый норм 0,16 миллиграмм на литр. У вас повышает очень много раз. На поступившее сообщение в телеграм-бот канал ГИБДД-03 сотрудниками госавтоинспекции была проверена автомашина Toyota. В сообщении указывалось, что водитель находится в состоянии опьянения. При проверке документов от водителя исходил характерный запах алкоголя. Сотрудниками госавтоинспекции водитель был привлечен к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Водителю грозит по решению суда административный штраф 30 тысяч рублей и лишение права управлять транспортным средством на срок до 2 лет. Участники дорожного движения, напоминаем вам, что если вы увидели водителя в состоянии опьянения, вы можете анонимно обратиться в чат-бот в телеграм-канале ГИБДД-03. Ваше сообщение будет отрабатываться с сотрудниками госавтоинспекции.